Итак, наше главное предложение сегодняшнего дня – это куртка Лола. Цена только сегодня 3999 рублей при оплате банковской картой, 5% скидка. Бренд Симона – это эксклюзивный бренд телеканала Shop & Show, который предлагает всегда ультрамодные трендовые вещи и актуальные по сезону. Да, кто-то скажет, так зима в самом разгаре, но ведь надо, как говорится, готовить сани летом, а вот такие демисезонные куртки готовим уже зимой, ведь весной они будут стоить гораздо дороже. Сегодня цена меньше 4000 рублей, всего 3999 рублей. Посмотрите, какая необычная, такая интересная стежка у нас идет. Да, ну мы привыкли ромбовидная, либо вертикаль, либо горизонталь, а здесь фигурная стежка, которая позволяет наполнителю синтепону оставаться на своих местах. То есть это не просто демисезонная ветровка, это именно утепленная куртка. Ну где-то от плюс 10 до минус 5 смело в ней можно ходить. Причем универсальная, удобная длина, которая прикрывает зону бедра и паховую зону, но при этом волнообразные разрезы по бокам. Плечевая зона, видите, чуть спущена, то есть это подстройка под ширину ваших плеч. Мы не переживаем за обхват руки, потому что глубокая пройма. Боковые карманы есть. Карманы, которые вы видите в портретной зоне, они декоративные. И застегивается наша куртка Лола на кнопки, что тоже дает, ну, скажем так, возможность легко и просто надеть куртку, застегнуть и также снять ее. 3999 рублей – это цена нашего главного предложения дня, и эта цена только сегодня. Раньше куртка Лола от бренда Симона стоила у нас почти, если я не ошибаюсь, да, почти 8000 рублей, 7,5. Максимальная скидка на нее в распродаже была около 5000 рублей. Сегодня, так как это главное предложение дня, всего 3999 рублей. Кстати, материал верха не промокает, куртка не продувает, она легкая и очень стильная. Синий цвет вы видите на нашей модели, на Анечке. Кстати, если нравится готовый образ, заказывайте вместе с брюками Вива и блузой Альфреда. Готовый образ мне очень нравится на Анечке. Если нравится и вам, и вы можете себе позволить заказать готовый образ, я буду за вас только рад. Тем более, что при заказе на сумму от 5990 гарантированно единый условия бесплатной доставки в любой регион. Черный цвет, ну это прям база, это по классике. Кстати, посмотрите, кнопки у нас в черном цвете идут тон в тон с изделием, а вот в бежевом цвете, молочный в заказе, кнопки как раз у нас контрастные. Мне, кстати, очень нравится молочный цвет. Я знаю, многие модницы хотели бы себе заказать верхнюю одежду светлых оттенков, кремовые, белые, бежевые, молочные, но, как правило, не заказывают, потому что боятся, что непрактичный цвет. Вот здесь ничего бояться точно не надо, даже если где-то запачкали, чуть-чуть заморали. Легко и просто можно постирать на деликатном режиме при 30 градусах. Итак, что касается размеров. От 48 до 62 размера. От 48 до 62 бренд советует брать размер в размер. Но вот у Анечки 54 размер, да, в жизни, на ней куртка в 54-м. Как сказала Аня, да, она говорит, я бы, наверное, все-таки заказала на размер побольше. Сейчас точные цифры я вам озвучу. Вот у меня как раз тоже в 54-м размере висит куртка. Я уже взял сантиметровую ленту, давайте сделаем замер. Конечно, лучше было бы это делать на нашей модели, на Анечке. Но вот сейчас покажу вам точные цифры здесь. Итак, 54 размер. Ширина по плечам 55 сантиметров. Теперь длина по спинке у нас идет 82 сантиметра. Давайте полуобхват посмотрим в зоне груди. Кстати, я еще, знаете, на что обратил внимание? Что она практически не шелестит, скажем так, не дает никакого звука этот материал. Итак, полуобхват 60 сантиметров, то есть 120 сантиметров полный обхват. Ну и давайте, конечно же, глубину проймы посмотрим. Полуобхват 27 сантиметров, соответственно, полный обхват 54 сантиметра. Итак, три цвета на выбор. Синий, черный, либо молочный. Но мне кажется, благодаря доступной цене можно смело взять, ну, как минимум два цвета. Обязательно какой-то классический, да, берем цвет, ну, я имею в виду черный, либо молочный, и добавьте синий.
ой, какой он яркий, какой он стильный. На Анечке, кстати, Аня, на тебе 54-й? Вот смотрите, на Ане куртка в 54-м, в размере Ани как раз, она в жизни носит 54-й. Вот если любите такую плотную посадку, да, то берем размер в размер. Но все-таки, вот как Аня, да, сказала, она говорит, я бы для себя, для жизни, для ежедневной носки заказала бы все-таки на размер побольше. Итак, смотрите, три цвета на выбор. Бренд Симона, это эксклюзивный бренд. Это эксклюзивный бренд телеканала Chopin Show. Я знаю, что вот у нас, допустим, огромная армия поклонниц есть у бренда, потому что это выверенные лекала, это всегда высококачественные материалы, и это всегда трендовые предложения. Но помимо того, что это трендовые предложения, ведь это еще и по доступной цене, да? То есть соотношение цены и качества. Между прочим, нигде в масс-маркетах вы не найдете куртки демисезонные с утеплением синтепон, евросинтепон по такой низкой цене. Тут у нас еще, посмотрите, защип на подкладе есть. То есть мы не переживаем, скажем так, если чуть-чуть наберем вес, да. Плюс ко всему, она очень легкая, она практически невесомая. Вот смотрите, я ее подбрасываю, да, она как пушинка просто летает. А если ее сложить, убрать куда-то, ну, я имею в виду, например, в сумку, если зашли в торговый центр, то, пожалуйста, она и не займет много места. Сейчас, именно сейчас, я считаю, надо готовиться к сезону весна, потому что чем актуальнее предложения будут по сезону, тем они будут стоить, поверьте мне, гораздо дороже. Вот даже сейчас, пока крупным планом мы рассматриваем Анечку, да, я взял, с вашего позволения, телефон в руки и забиваю купить демисезонную куртку с синтепоном. Для меня это очень важно. Вот знаете, кстати, просто ветровки без синтепона и то выходят по цене 5,5-6 тысяч рублей. А у нас, посмотрите, ну вот, пожалуйста, на маркетплейсах. Куртка стеганая, с воротником бежевый цвет. Вот сейчас, я думаю, покажем. Прямо в прямом эфире, 08.12 московского времени, я забил на маркетплейсе именно с евросинтепоном. И цена, посмотрите, 11.900. Вот вам, пожалуйста. Я считаю, это просто шок, цена. А ведь ближе к сезону все эти предложения будут стоить еще дороже. Итак, цена за куртку Лола всего 3999 рублей.